на Артему, по-моему, будет все болично. Вот. Как ты думаешь? Все, есть Эйдес. Алексей, ну ты, наверное, из нас каких там троллей сделаешь? Просто не могу. Я все, что троллит людей, стараюсь угрохать и даже не оставлять себе в архив на один день. Зачем мне это надо? Я тебя умоляю, Наташ, ну, вообще, жить ради того, чтобы из людей делать клоунов, да ну. У меня бывает, я могу кого-нибудь абсолютно уничтожить, да, уничтожить. Во-первых, я потом после этого раскаиваюсь. А во-вторых, вы меня извините, конечно, друзья мои, но, ну, как сказать, я все равно за это раскаиваюсь потом. Но это надо прыгнуть на алтарь ко мне, прямо прыгнуть на него и попытаться стряхнуть ботинки. И вот тогда, конечно, тогда извините, кто бы не был. Телефон. Ты мне позвонишь, у меня определится. Да. Ты мне напишешь, у меня определится. Так, а метро? Давайте. Да. Ты что, снимаешь, что ли? Да. Он еще и видео снимает. Я всю дорогу вас снимаю. А что, это для будет, себя. По-моему, да, да для себя. Не, не надо, я не хочу. Нет, не надо. Ну ладно, на, чуть-чуть. Давай, чуть-чуть. Давай, вот так. Вот после этого все удивляются, а почему такие страшные истории на Юникасте происходят? Где? На Юникасте. Что? А что страшного на Юникасте? Пойдемте, перейдем от машины. Машина, проезжай. Держи. Да, давай. Вот. Вот так. Оп.